Вы таки не поверите, что нас сейчас ждет заключительный Best of One на нашей линейке в рамках европейских РМРов. Берлин International Gaming против коллектива Сангал. Очень интересные ребята, они вышли на карту Day Mirage. Для Миксована подходит неплохо. С вами студия Maincast, Фланки Flame и я, Ленина Иви, у микрофона. Ну и, конечно же, Кримбон вместе с Тапсоном, которые уже принимают выход с пистолетами на точку А. Сангалы сделали... Ну, на самом деле, пистолетку, которую я очень люблю колить, дым на стерс, дым на джангл, и просто побежали там три ковры, два яма. Но, как мы видим, если на фейсетах это работает нормально, особенно где-нибудь там на восьмых-девятых левелах, то, конечно, против бегов это работает не так эффективно. А если быть более точным, то никак. Фланки. Как жизнь? Ой, да, неплохо, знаешь, пока я еще живу. Mm -hmm. Сегодня уже а, так много времени в эфире мы, конечно, проводим, что уже... Немножко даже забываешь, во сколько все это дело началось. Но да, друзья, последний матч uh, BIG уже uh, с победой в первом раунде. Честно говоря, я, наверное, думаю, что мы сегодня по тенденции... Ну, сейчас коэффициент еще посмотрим. GB 1.33, кстати, друзья, на BIG и 3 с копейками на команду Сангал. Uh, я не думаю, что мы будем сильно изменять традициям сегодняшних, большинства сегодняшних матчей. И, скорее всего, у нас тут BIG должны как... Фаворит все-таки встречу закрыть и, возможно, даже с уверенным счетом. Ну. Но... Не знаю, вот кстати, веришь ли ты в это, или ты немножечко в сангал, так сказать, хочешь поверить и увидеть. А честно, борьбу. Очень хочу. Очень хочу поверить в сангал. И вчера мы сидели на подкасте вместе с Дефом и Бондиком. И там я, ну, прям поставил на сангал, прям залил, потому что играет беги, у нас будет замены, во-первых. А во-вторых, в послед... Ну, у них син играет вместо Фавана. Не знаю, кстати, по какой причине. Но. В целом у Биг сейчас форма тоже явно не лучшая, явно такая не пиковая. И даже были разговоры, Тапсон рассказывал об этом. Ну, не мне, конечно, но рассказывал, что если их результаты продолжат быть неудовлетворительными, а именно такие результаты у Биг сейчас, то вполне возможно они выйдут на международный рынок, просто соберут себе интернациональный состав, потому что, согласитесь, в Германии, ну, Counter-Strike это не самая популярная игра, и держать себе мононемецкий состав, когда на рынке столько на, интересных, Вариантов, которые правда не знают немецкий, это не очень эффективная затея. Ну а вы же не забывайте про баннер по трансляции. Он приведет вас на сайт ggbet. Там вы можете получить бонус, и, конечно же, сделать ставку, возможно, всей вашей жизни. Что за смоук? Неужели это антипуш? Атака положила его себе, чтобы пушащий с ковров игрок был лишен вижена по телевизор. Вот это Mind Games. Просто невероятно, если это действительно так. Думаю, нотки сарказма, конечно, были пойманы, так сказать, понятны. Ну ладно, бывает как бывает. Тут Сирсон, кстати, очень жестко на самом деле сныкался, дожидается момента, Тапсон открывается, Сирсон тоже продолжает это открытие в центре. От игроков команды Сангала не остается там ничего. А теперь остается только три игрока, которые в основном, как мы видим, даже немножко разделены. Два игрока играли, пытаясь играть через апартамент, наверное, на Б. Все-таки не получилось. В андеграунд тоже выйти. Они решились. И один игрок в яме просто сидит подаст. Скорее всего, да, у нас и отправится бомба от команды Сангал. Но пока что а, раунды, как мы видим, от них отыгрываются, конечно, не слишком уверенно. Ребята сейчас еще раз попытаются нам что-то продемонстрировать. Все-таки хотят выйти в мид, кстати. А вот информация-то о Сирсоне вроде как должна была остаться. Кори в итоге неплохо расконтролил эту а, ситуацию. И в итоге хотя бы один фраг ребята из Сангала пока что смогли сделать. Тут еще и Сина видим немножко подожгли, ну и через коннектор будет входить на апленд и как видим встреча к ним готовится, правда первый встречающий отлетел, второй правда как видим ошибки не допустил, Тапсон двоих похоронил, остался лишь последний игрок команды Сангал, а он то неплохо раздает и в итоге времени то правда все равно не остается и раунд для команды BIG, но девайсы они так знатно потеряли, ну с их экономикой в принципе можно было себе это позволить. С экономикой бегов, ну, все-таки не следовало бы. Особенно Тапсон мог бы, наверное, пожить и подольше. То есть, ну, вот представь, у него сейчас 7650, а, да, а если бы он остался жив, у него было бы тоже 7650, но только не пришлось бы МК Армор покупать. Это, конечно... Это, конечно, так. Интересно, кстати, действительно, что там с Сином. У меня вроде была даже какая-то а, информация по этому поводу. Сейчас я попытаюсь ее открыть. Что-то вчера... Что-то мне вчера закидывали. А из-за проблем со здоровьем. Вот, из-за проблем со здоровьем фа Фаван вынужден а пропустить турнир. Причем далеко не первый, кстати, случай, когда Фаван из-за болезни... У него там какие-то особенности есть в плане, там, ну, что с желудком, что такое, если я все правильно помню. В общем, уже далеко не первый случай, когда вынужден Фаван, самый дорогой трансфер в истории немецкого Counter-Strike, пропускать ланы. Но здесь очень серьезный такой важный лан. Это все-таки... РМР турнир. Три против пяти. Такова ситуация на карте сейчас. Тут у нас что происходит? Происходит э, разнос от команды BIG. Вот, но для Сина это хорошая возможность себя показать. Он показывает себя. ух, смотрите, ни разу не умер за четыре раунда. Просто... А dr 0 вот. кстати, тоже, знаешь, неплохо, uh -huh. я тебе могу сказать. Он вообще, он играет чисто, знаешь, вот, чисто не без ошибок. Без каких-либо перформансов, без ошибок вообще. Вот просто ма. Сказка какая. И знаешь, и такой 10-1, DR209 весь в поту, там, не знаю, все на нем. И Син такой, ну, я здесь. Ладно, на самом деле еще раз это видишь, 4 раунда идут. На самом деле проблема не Сина, а проблема в его команде, которая просто не оставляет ему ничего. И сейчас мы вот как раз смотрим на что-то подобное. Ну вот Син хотя бы один фраг уже наконец-то сделал. Сирсон, правда, в это время отлетел. и ну, игроки Сенгал 4 в 4 сейчас будет играть раунд с пистолетами против полноценного девайсного раунда команды BIG. Я сейчас, конечно, ловлю себя на мысли. Вот мы 8 Best of One сегодня комментируем, да? И 8 Best of One это, считай, 3 Best of 3. Да, ну, то есть два полноценных Best of 3 и одно со счетом 2-0. То есть для комментатора это, ну, достаточно много считается. То есть такое среднее, да, оптимальное — это 2 BO3 в день. Но, э, тем не менее, я понимаю, что Best of one намного в этом плане динамичнее смотрится, чем BO3. То есть мне намного интереснее вот э, сидеть, да, и комментировать 8 BO1, чем это а 3 BO3 было бы, например. Потому что меняются команды, всякий раз что-то новое. Знаешь, Counter-Strike как-то очень разнообразный. Команды разнообразные, да, у каждого какой-то свой фирменный стиль, есть на что посмотреть, есть там что проанализировать, зачем понаблюдать. Наверное, конкретно 3 b 3 было бы вот потяжелее комментировать. А я, наоборот, не согласен. Я бы, наоборот, покомментил 3 bo 3 потому что, знаешь, с этими 8 Best of 1 это просто постоянные новые команды, да, вот как бы что-то новое постоянно, какой-то сумбур. А когда ты смотришь 3 БО 3 у тебя какая-то, знаешь, хронология событий, наверное, остается. А, и ты стабильно смотришь там а, за шестью командами, а не блин, за 16, как бы в это время. Не знаю, но опять же, тут, наверное, у каждого может быть свое мнение по-разному. Тут у нас, кстати, уже минус у Сирсона а, залетает. Снайперская винтовка еще и я тоже пыталась сделать минус, но там флик не сработал. Ну, кстати, то, о чем ты говоришь, тоже имеет смысл, потому что вот я сегодня за 8 Best of One далеко не каждый вспомню. То есть что там mm -hmm. были за команды, да, и уж тем более там какой был счет хотя бы примерный. Поэтому, да, то, что ты говоришь, тоже смысл имеет. Что точно имеет смысл, это зайти на сайт CoverGG и посмотреть на статистику BIG. А если вы копнете поглубже, откроете стату, например, за 2020 год, вы увидите там винрейт под там, 80, ну ладно, может, там, не 80, но типа 65-70% за год. Это достаточно много. когда ты беги очень хорошо играли карту Демираж. Здесь у нас работа на опережение от, от Тапсона. Ну, 13 на 2 идет у нас Батек. Человек, которого на минуточку о, приглашали в g на позицию капитана, и который от этого предложения отказался, сказав, что я не брошу свое детище, своего ребенка, коллектив B.I.G. И останусь, конечно же, здесь, потому что э, у Тапсона, во-первых, доля в этой организации почти наверняка, а во-вторых, э, во-вторых, он, в общем, уже сказал, свое детище он кидать не хочет. Намного приятнее, наверное, знаешь, от начала и до самого конца пройти вот этот путь с одной командой, в которой у тебя... А, ключевой голос, да, ключевая позиция. Ну и посмотрите, насколько он уверен. Ну, он может просто строить игру под себя. У GTO бы так не получилось. Хотя тут тоже не очень много потеряли, потому что взяли себе гига-чада Хукси. Счет, друзья, становится 6-0. Тем временем. Да, возможно, с, с Хукси даже получше все получилось, нежели там, с Стапсоном тем же самым было бы. Так что действительно. И, во-первых, и беги, как бы, да, ничего особо не потеряли. И Тапсон, так сказать, остался э, в удобном месте. И Хукси пришел в джиту. И сейчас показывает нам какой-то невероятный перформанс. Так что судьба сложилась лучшим образом, возможно, для обеих команд. Да, Тапсон пока хоронит все, что движется. 13 на 2. У него новичок Снэндин на этом турнире 4-0 пока что идет. Кстати, мы видим, что пока. 0-0 его превратился в достаточно неплохой показатель, и все дальше может превращаться. Чем не сказать о Сангалах, 0-6, друзья, у нас один из игроков, честно говоря, тут скоро времени агентура подъедет, поэтому готовьте свои клавиатуры писать про агентов 007. А пока что мы видим, что Сангалы не спеша пытаются разыграть хотя бы раунд под номером 7. Возможно, даже попытаться как-то удачно это сделать. Но сейчас э, мы видим, что ребята уже продамажены были. Тут у нас в коннекторе выходят ребята. Кита минус один. Тут еще, еще смог продлевает яму. Тут же в это время Тапсен, Сирсен. Боже мой, как они быстро минусуют на самом деле игроков команды Сангал. 0-7 счет получен. И последний игрок команды Сангал, скорее всего, может отправляться не знаю, куда угодно на самом деле. Он с глаком, ему тут терять вообще нечего. Может сделать скилл, попытаться сейвить девайс, но он сейчас выйдет на серьезное укрепление Аплнта. То есть тиммейта тут что-то еще подобрать получится. И то, как мы видим, его, похоже, судьба его тиммейта сейчас и будет ждать. Да, так и есть Сирсон минус 7-0. А, такая вот а, Ситуевина. Сообщение в чате, а ведь Хукси гений, он запомнится в истории КС, а не забудется как какие-нибудь другие кэпы. Интересно, на кого же это ты намекаешь? И надо сказать, что путь, во-первых, Хукси, он еще довольно далек от своего завершения. И как он запомнится, и чем он запомнится, это большой вопрос. Но. Я согласен. Тот оре ореол. Э мемности, который окружил. Фукси. Это для КС, для его команды, для его медийки лично, конечно, очень хорош. Ну а пока что э, Тапсон, который тоже вряд ли забудется. Ну, лично я его буду помнить очень долго, потому что капитан он лютый, 16 на 2. Первый в истории Тир-1 Counter-Strike а капитан, который камбэкнул со счета 0-2 в Best of 5 в финале. Представляете? Пока размены 3 в 3. QB и... Кори находят по фрагу. На Б, однако, по-прежнему два человека. Другой вопрос, что Сангал сюда особо-то и не спешат заходить. У них есть Кори, который собирает инфу. У них есть QB, который сейчас с позиции Аплента отходит. Но, по-моему, беги читают. Я, может быть, понадеялся, возможно, напрасно, что Сангалы сейчас разыграют какой-то интересный мув. То есть Кори раскидает свои гранаты, делая имитацию выхода, а его тиммейты выйдут вдвоем на одного под А-точкой, например. Но! Но пока. Кстати, это может случиться, но не с фейком под Б, но Кори реально уходит с позиции Б точки. Откидывает просто дым на коннектор позволяя своим тиммейтам пройти через шорт. Ну а Сирсон здесь сидит, он видит траектории гранат, по нему дали инфу, он решил, что довольно опасно для него здесь находиться, дает молотов, молотов заставляет игроков Сангал ждать. Теперь главное, чтобы Син не ошибся, чтобы он все сделал правильно. Для него очень важно ни при каких обстоятельствах не выпустить ковры. Итак, фраг от Сирсона есть, мгновенный размен, здесь же Тапсон, в общем, пересидели. Это игроки команды Сангал, не хватило им темповости, и это 8 0. Пока, конечно, беги играют на свой коэффициент. А какой там, кстати, коэффициент, предлагает наш друг сайт GGBet. Давайте Ой, посмотрим. слушай. Там мне кажется, там Страшно, вообще там сейчас да? такое. Да, это оно самое. 1 12-18. Друзья, вот такие вот кэфы у нас пока что на биоджи. Сангал, соответственно, тактическая пауза под номером 2 уже ставится от Сангалов, честно говоря эффект uh, первый <свя> мы не почувствовали. <свя> Извиняюсь, смотри, как забавно. <свя> <свя> типа, один раз мы показали кэф и там был по 1.03, 1.05, а сейчас 1.01. То есть он в реал-тайме обновился. Сначала был один, а теперь другой. Все, 1.01. 15-15. 15 кэф -15. 15 при счете 0.8. Это какая-то шутка. Кэф 15-0.8 счет на табло. А uh, сайт друзья, Переходите, невероятно щедрое предложение. Баннер под паром трансляции, Если, конечно, вы хотите в Сангал поверить. Если нет, тогда все равно переходите. Там э, идет в лайве матч Маус против Уджи, будут еще дальше На'ви. Катать, раскатывать. <Chaos> Пишут, а был 1.7 4 дня назад. Это <Dual -dness>, же забавно. Кстати, панч. Резкий выход на бой готовится. Здесь три игрока. Сирсон, короче, ясно, понятно. Да, похоже, у нас может получиться еще один достаточно быстрый матч, если так продолжится. И, кстати, возможно, хотелось сказать, клуб рулона пополнится, но нет. Первый фраг все-таки агентом команды Сангал был найден. А, ну, правда, сейчас у него шансов на этот раунд, конечно же, нет. Скран, как мы видим, пытается выбраться просто из ловушки, в которую э, команда забралась. Самое интересное, что бомба-то лежит в апартаментах. Э, как бы куда ни иди, все равно тебя ждет одна и та же судьба. Кит собирает сканка. Э, э, скранка. И все. Как бы вот еще один раунд для команды BIG. Ох, эти беги, конечно, просто э, рвут и мечут бедных э, сангалов по карте. Тут забавный панч есть, можно в принципе хату залить на бегов в лайве и выиграть коробку для кота. Пау, просто разнос. Для, я бы сказал для котенка, для кота как-то слишком дешево. Смотря сколько стоит твоя хата, вот такой вопрос. А Несутся стеками сангалы на точку Б. Ничего особо не проверяют. К счастью, сделали фраг по шорту. Сирсона сбита обзорность и, возможно, попахивает первым раундом. Но насколько Сирсон вот против несильных соперников прется, насколько он уверен, у него, в принципе, с миражом проблем никаких нет. В том самом Best of 5, где беги, камбэкнули со счета 0-2, на пятой карте, как раз Дэй Мираж, Сирсон набил 40 плюс. Вот. Насколько он чувствует эту карту. Такие вот факты я извлекаю из головы. Хотя в последнее время я замечаю, что, знаешь, фактов вот настолько много и просмотренных там откомментированных турнирах. Их, ну, такой огромный объем, что эти факты, они уже могут путаться. И я, знаешь, вроде говорю про Сирсона, но на самом деле это какой-нибудь Фоллан, знаешь, еще там на два года раньше. Короче, вы так, с скепсиса относитесь к тому, что я говорю. Но это почти наверняка правда. Потому что а также в том финале он э, ходил, э, подпушивал э, ходил, подпушивал Андер. И, по-моему, это против G2, кстати, было на каком-то тримхаке Снова 5-4. Команда Биг в плане энтрифрага все окей. Ну, типа Сирсон 14 на 4 идет. Тапсон 17 на 2. Син один раз умер вообще за сторону. Нет атаки у Сангал. Нет команды Сангал, я бы сказал, на карте. Фандери Кримба остается. Хотя, казалось бы, что он там делал? Там же Сирсон только что давал свой фраг. Может быть, сейчас Фози, бывший игрок команды NIP, который, кстати, такое состояние растаскивать вместе с тиммейтом, выйдут на Победный раунд. Вперед. Они остаются 2 в 2. Ну слушай, ну могут, ну могут, ну могут постараться хотя бы хоть как-то мотивацию своей команды да дух моральный поднять. Командный дух, чтобы как-то воспрял немного, потому что пока. Все, конечно, очень-очень для них печально. Ну, пытается посматривать спину, в которую, в принципе, сейчас и направляются игроки э оппонента. Видим, топают, бегут, немножко разделились. Но ты посмотри, они боятся, как же они боятся выйти! Бомба сейчас в яме лежит, стоит. Э и как бы он посмотрел спину, там уже Кримба подбирается. Он крадется, и все, а все. Все закрыто. Все, на этом сейчас раунд закончится. Увидел, забрал 9 секунд, все. Вот что! Ну как, Сангал? Ну что, что ж с вами такое происходит, боже мой! А, какой ужас! Ну сегодня 16-0 уже было, если что. У нас G2 сегодня статику катали просто-напросто за 16-0. Так что, может быть, и беги попытаются повторить успех G2. Если бы в раунде было 3 минуты, то Сангал стояли бы из них вот 2,5, просто 2 в 2 в ситуации и просто ждали бы. Чтобы посмотреть а -а -а. среднее время отыгрываемых раундов командами, переходите на сайт CoverGG, наш очень хороший друг и партнер, баннер под плеером трансляции. Вся статистика собрана на этом замечательном сайте, переходите туда и uh, узнавайте, кто победит. Проявляйте свое аналитическое мастерство. Возможно, мы запустим конкурс для аналитиков. И в нем, возможно, даже поучаствует Ламыч. И, может быть, даже вы его выиграете в нашем конкурсе. Поэтому переходите на сайт CoverGG, чтобы подготовиться. Потому что Ламыч уже готов. 11.0. Вы не поверите, но это 11-0. И я не могу поверить, потому что я до старта этой карты написал в чат, типа, вы смешные, ставьте свои баллы на Сангал, там запустилось голосование баллами канала. Говорю, ставьте, вы смешные, давайте Сангал победят. Но пока от этого они бесконечно далеки. Ну ничего, а, может быть они еще тут соберутся, да хотя бы пару раундов тебе покажут Все-таки за ту самую веру, которую ты в них а -а, использовал Но пока мы видим, что пистолеты-то все-таки идут и стреляют Сирсон а -а, погибает, Кримба в это время, правда, контролирует игрока в апартаментах Здесь же снайперская винтовка от Кита пока промахивается бомбу кстати, могут сангал установить Но вот это вот уже немножко а -а, подускорило, так сказать, игру, потому как... До этого мы действительно видели такие небольшие... Проблемы с таймером у Сангалов Но сейчас ситуация 3 в 3 Ретейкать все-таки ребята из команды B.I.G. пойдут Флешка выбрасывается SoulFly, как-нибудь сейчас ждет в углу Но его тут проверяют, забирают Кита Тапсон по минусу дали Остается последний игрок с тремя хп Его забирает Син И в итоге у нас раунд 12 в пользу команды B.I.G. Син, кстати, 11 на 1 Вообще пока только один раз э, погиб за эти 12 раундов 11 киллов сделал. Так что, можно сказать, не такая уж и плохая а, а замена временная получается у команды бегов Ну, по крайней мере, против Сангалов, как мы видим, работает хорошо. Непонятно, как будет работать там против других команд, да. А смогут ли они противостоять более именитым тегам, да, таким более уверенным коллективам. Или же нет, но ну, мы это еще со временем посмотрим. Да, честно, я бы сейчас заколил на месте капитана Сангал какой-нибудь фастец на Би. Вот это было бы хорошим, ну, не завершением, а неплохим решением, как мне кажется, потому что пока ползание по карте ощутимых результатов не приносит. Наблюдаем за выходом на мид. Все очень осторожно делают Сангал. Вот реально у них столько респекта к бегам. Или, может быть, столько... Эм неуверенности в своих силах, что прям каждый момент они стараются вот отыгрывать на максимум, но иногда тебе нужно просто включить, знаешь, в, там какого-нибудь типа Файса дурачка, который как бы хе-хе, носится по карте, типа эй, Тапс, не ожидал меня здесь увидеть, потому что здесь бы никого и не было. Но эта осторожность пока команде Сангал приносит как минимум килл, что там у нас кита на коннекторе, Фози очень сложный выстрел дает, в него залетела флешка. Помимо того, что он выстрелил еще и в голову своему оппоненту. И помимо того, что у самого осталось 10 хп. То есть буквально одного попадания не хватило, чтобы Фози добить. Это же, кстати, стало причиной того, что Син отъехал. Для него это вторая смерть. Следом смещение на Б. На Б точке у нас только Кримба. Но из-за того, что он должен был, ну или как, вынужден, наверное, был или не вынужден играть против центра. Карта мне, если честно, казалось, что было бы больше пользы от его какой-то опорной позиции. Но, в общем, он пропустил ковры. Так что наконец-то Сангал берут. Первый раунд! И дай бог, оставшиеся два они тоже заберут. Вперед, Сангал! Камон, 16-0 уже не будет. А это значит, что можно выйти на 16-14, ну, ладно. 16-12 это уже из области фантастики. Для того, чтобы это случилось, знаешь, нужно, чтобы магическим образом 12 раундов уже было за сангал прямо сейчас. И за да. бегами было 0, чтобы они, знаешь, так, ну мы дали вам фору, давайте, нагоняйте Тирсон, минус раз, со вторым, правда, уже здесь встречаться не получилось удачно и в итоге снайпер команды Сангал делает трипл килл. А в прошлом раунде тем самым немножко улучшает свою статистику. Ну и, конечно, дает своей команде хоть какой-либо шанс, по крайней мере, не сломаться. 18 коэффициент, друзья, на команду Сангал. Вот такая вот вера у GGBet в эту команду. Не знаю, если вы верите, конечно, в то, что здесь может произойти каким-то магическим образом, что-то подобие камбэка. То я даже не знаю, с чего бы мы могли это взять и как вы в это верите. там пока что мы видим, ну, полнейший разнос. Я, конечно, понимаю, что и из таких ситуаций были раунды. У нас тут Кита просто дает минус в блайнде. Флешка, возможно, залетела чуть позже, чем показался снайпер. Команд Сангал. Тем самым закончилась печально. Тут еще и Сирсон, как мы видим, тоже со снайперской винтовкой великолепно отыгрывает в коврах. И Сангалы после одного выигранного раунда снова сыпятся, как это было и до прошлого раунда. Тапсон забирается у Остается Кори и Кранк. Да, жаль, конечно, для наших зрителей, что на бегов закрыли КФ, теперь уже 1-0-1 не поймает, знаешь, этот неловкий момент, когда ты хотел поставить 10 тысяч долларов, чтобы заработать сотку, но даже такой возможности у тебя нет. Как жаль. Интересно, а реально вот ставил кто-нибудь когда-то какую-то крупную сумму, то есть максимум ставки на кэф там 1.01 или 1.03? У нас есть в чате такие э, любители специфичных? Блин? Мне Чей. кажется, знаешь, во-первых, найду найдутся люди, которые на этот кэф поставили и проиграли. Вот я не знаю. По-моему, такое, кстати, случается. Вот обычно люди, которые используют такой момент, оваливаются. Ну, а кстати, кто, кто победил, я думаю, теперь радуется спичному коробку, который может стать домом для его божьей коровки, потому что если мы обсуждали там э домики для котов, котят и так далее, то вот именно с такими кэфами только на Подобного рода дома можно насобирать, даже несмотря на то, сколько бы у тебя а, а, хата твоя не стоила. Ну ладно. Ха -ха. Люди здесь начинают то есть задел, заделы на самом деле какую-то живую тему. Чуваки начинают писать, что они так делали, реально проиграли. Ну, то есть, там какие-то ну немыслимые суммы, не думаю, что все эти сообщения. А... Правдивы, но да, у нас есть такие любители. Что ж, респект. Слушай, а их реально больше, чем я думал. То есть, вот я пробудил в людях что-то такое, чем они реально занимались. Ах, друзья, как так. Лучше, конечно, на 18. -й. Вот поймаешь, 18 раз Кэп 18, один из них, может, и зайдет. Как-то так. Раскидывается пока что Абленд. Здесь у нас с таким очень широким треугольничком стоят беги. Из-под файра играет Тапсон Прикрытие ему обеспечивает Кримпон, Ну и эм, кто там? Син. Син сидит под коврами. Тапсон очень <свят> строго так, жестко остановил Соулфлая на коннекторе. Но интересно догадывается ли он о еще одном игроке. Туда посматривает Сурсон. Возможно даже... О, нельзя пропускать коннектор. В коннектор сейчас будет внедряться Фози. О нем Тапсон прекрасно знал. Как же таки играет он? Я не знаю. Очень очень качественно. 14-1. И это, сказать, разнос не сказать ничего. Вы пока подумайте над синонимами, над подходящими словами для первой половины, которую мы с вами увидели. А мы с фланки пока пойдем и отдохнем две минутки перед началом второй половины. Спасибо, что остаетесь со студией Мейнкаст. Вы просто космос. Люблю вас, обожаю. момент, друзья. К нашему большому сожалению продолжается полномасштабное вторжение, которое Российская Федерация развязала против а, суверенного государства Украины, против замечательной страны с прекрасными людьми, которые сейчас очень сильно и абсолютно без всякой причины страдают. Для того, чтобы остановить эту войну и приблизить Украину к победе, переходите по баннеру в описании. Он приведет вас на сервис Донателло. Там вы сможете ту сумму, которую имеете возможность задонатить, отправить на поддержку и вооруженных сил Украины, наших героев и, конечно же, на помощь мирным жителям, которые в результате этого ужасного, чудовищного нападения пострадали. Поверьте, таких людей очень много и, к огромному сожалению, и боли их становится только больше и больше. Мы все очень надеемся, что в ближайшее время этот ужас закончится, что Украина победит. Спасибо всем большое. Через полторы минуты услышимся. Ну что ж, друзья, небольшая пауза позади, мы возвращаемся к вам. Я не знаю, на самом деле, а, смогут ли Сангал продержаться дольше, чем эта пауза на этой карте, на этом матче, потому как у нас после первой половины счет 14-1. Что, конечно, с Ангалом ну, не дает ни единого шанса на ошибку. Либо беги сейчас берут пистолетку и закрывают, в принципе, эту серию со счетом 16-1. Что, конечно, сенсацией на сегодняшний день не является, так как мы уже видели 16-0. И это будет, может быть, сказать второй результат по разгромному счету. Но все-таки он может случиться. С вами Ленин и Фланки. Мы продолжаем с вами уже смотреть восьмую серию Best of 1 на сегодняшний день на этом РМРе. А, и смотрим на то, как сангалы пытаются выбраться из столь тяжелой ситуации Но, как мы видим, они все-таки сейчас неплохо себя показывают Делали минусы, Тапсон остался последним Ну что, Тапсен сможет ли перестрелять трех игроков? Ну, как мы видим, ни с одним из этих трех он не справляется И сангалы все-таки берут пистолетный раунд И счет становится 4-2 Что же, а, путь легендарного камбэка начался что-то эмоций им немного не хватает. Они же выиграли пистолетку последней надежды, можно сказать. Нужно было вскакивать со своих мест. Кричать так, чтобы это услышали не только на линейке B.I.G., но и где-нибудь в Германии. Почему? Почему Сангалу держивают эмоции в себе? Я опять же не знаю. Возможно, они не слишком подвержены влиянию чувств. И в основном сфокусированы. В основном у них такой характер нордически стойкий, как говорится. Но все-таки лишним это бы... Не было. Забирает Тапсон, что интересно, на экономическом раунде Фози. Прям в окне это произошло. Я думаю, бывший снайпер команды NIP. А, бывший, бывший снайпер команды NAP, да, немного в шоке, немного опешил. Фама здесь пытается скранк выбросить, чтобы он не достался врагу. Ладно, выброшу, выброшу в другую сторону. Окей. Говорит он: кто-нибудь заберет. Uh, самое забавное, вот если сейчас uh, B.I.G. выиграют раунд Я не знаю, как себя будут чувствовать После этого дела сангала То есть ты берешь пистолетку Ты играешь против uh, full эко раунда Где нет гранат Где нет ничего абсолютно Не дай бог случится, конечно, катастрофа Но катастрофа не случилась, кстати Минусы поделали, бомбу не дали поставить Окей, uh, ребята из сангал Все-таки потери одного игрока Этим, этим и ограничились uh, По итогу Сидит Гобби, человек, ну я постоянно об этом рассказываю, но я постоянно рассказываю одни и те же истории, к черту в принципе. А Гобби, человек, который тренировал э, эту команду в последнее время, но который был капитаном. И именно он учил премудростям э, бытности ингейм-лидером самого Тапсона, собственно говоря. Э, жизнь его, конечно... Поносило по свету, он и в Америку скатался, поиграл там. Давненько это правда было. И в Mo Sports покатал, и в Valorant успел поиграть за команду BIG. Но. А... Когда все дороги ведут в никуда, настала пора возвращаться домой. Вот, собственно, Губи и вернулся домой. Теперь он на позиции тренера. Я уверен, что игрокам с ним очень комфортно, и он имеет в команде вес. Пока что делают BIG. Они просто раскидались гранатами, вышли на ноги на план. То есть, вот посмотрите, насколько неуверенно это делали Сангал, все пытаясь сделать по учебнику, и все это сыпалось. И насколько уверены в себе BIG. Конфиденция у них выше крыши, у них закрыты центр карты, у них закрыт и а, закрыт и Яма все очень спокойно, все очень смело. 15-й, 15, -й, 15 -й для BIG. Ну, а теперь осталось только а, финальный. А, не знаю, подпись штрих, а, все что угодно для команды BIG но явно последняя. У команды Сангал, конечно, тут еще какие-то девайсы остались, есть также деглы у двух игроков, которые были лишены этой возможности в прошлом раунде, и теперь будут стараться. Не знаю, конечно, поверить в такой камбэк уж если серьезно говорить, очень сложно. Сангалам мало чего остается, чем просто, может быть, сладиться тем, что происходит, и получить. Не знаю, какой-то урок. Потому как а, против тебя бегает Тапсон 25 на 7. 20 на 10 бегает Сирсон И Син, который э, стал стендином игроков э, команды BIG. 15-4. Ну, после такого у тебя точно должна самооценка немножко подупасть. И... Надеемся, что она не упадет ниже Плинтуса Пока что здесь а, идут небольшие разборки Ребята занимают а, центр карты Как если мы видим, вот Сангал. Ой, BIG имеется в виду Занимают центр Тут еще, кстати, возможно, посматривали на Скранк И скран, как мы видим, здесь все-таки остался в живых За счет того, что поджимался к стеночке И Син не заметил с самого начала И остается просто в этом Лифтруме сидеть да. Ну, а беги понемногу перемещаются. Еще раз, друзья, сайт CoverGG. Если вы хотите узнать, кто победит, идете туда, баннер в описании, делаете аналитическую выкладку, анализируете свои аналитические выкладки и методом дедуктивного, индуктивно-дедуктивного анализа вы приходите к тому, что победят Бейджи в этом матче. Вот. Но завтра у нас будет тоже достаточно много интересных встреч. Несутся беги пока что на точку А. Но и мы видим, что, скорее всего, это просто занавес. Не перестреливает, конечно, Кита здесь КТ, но в целом от этого не легче Сангал, потому что им банально неоткуда, а, неоткуда вылезать. Нет никакой Структуры для этого ретейка, да и вообще э, команды пока что на фоне BIG нет. Фози остается 1 в 4, свой килл дает, можно хотя бы э, немного увеличить свой рейтинг до Вот еще один фраг, хорошо. А там третий красный, кстати. Но, нет, э, дымок выхватить Фози не дают. Счет 16-3. Очень легкая победа для команды BIG. Прям неожиданно легкая. Думал, я был уверен, что на Мираже покажут намного больше Сангал. Ну, наверное, им не повезло с противником в том отношении, что против... А, может быть другой команды такого уровня Миражем было бы катать попроще Но конкретно против Биг играть Мираж это неприятно Потому что ну, даст Мираж Это фишечки Фишечки коллектива Берлин